Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега и Кирилл, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас 5 на Чеспоне, вторая ночь, если пьете, кушайте, приятного аппетита, Юкова день рождения, с днем рождения вас, Серега, поздоровайся. Всем привет. Серега будет управлять аниматроником, как всегда, не давать нам пройти вторую ночь, не будем много болтать, будем сразу начинать. Все, пошло. Ну что, Серега, надеюсь, ты не будешь сильно нападать. Я не знаю почему, но, ребята, была третья ночь, стала почему-то вторая. Кто-то аннулировал нам все сохранки. Знаешь, кто виноват? Правильно, Виктор Кошак. Его нету, можно обвинить человека, которого нету. А мне нравится так. Надеюсь, ребята, мы вам поднимем настроение, потому что у нас настроение просто офигенное. И вы сидите и улыбаетесь, уже ставите лайк и подписывайтесь на классный канал Димас.ТВ. Мне очень приятно, когда вы это делаете, и мне хочется каждый день делать ролики очень классные. Вот так сказал, пропиарился. Так, ну что, ребята, 96%. Серега у нас очень мощный аниматроник. Можно же по максимуму нас лупашить. Но во вторую ночь у тебя не будет много возможностей. Не будем отвлекаться, будем давайте смотреть внимательно. Может, Серега может заговаривать зубы, а потом резко напасть и замочить нас очень-очень сильно. Псих? Псих. У нас тут Кирюха, короче, этот... Терминатор Т-800. На картофанах. Ты же видишь, да, что мы тут делаем? Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Серега, ну я знал, что ты можешь! Я знал! Отлично! Ай! Эй-эй-эй! Эй-эй-эй! Ах ты, мочебос! Блин, вторая ночь уже так жестко нападаешь? Да ладно тебе, это нечестно, что ли? Это вместо третьей ночи. Так реально, когда управляет человек, тут ну как-то очень сложность повышается 1x. Ой, 10x. Терминатор, будь внимательней. Эти пони, они очень... Смотри, челепиздрик раз пришел, ушел. И сейчас сразу второй челепиздрик придет. Нет. Фух. Вот чувствую, чтоб я не завтыка, потому что как-то плохо видно на раз. Все писали, чтоб мы убрали ночной режим. Ну блин, мы так проиграем сразу, без ночного режима. Опа. Опа, опа. Ну, уже смотри. Марионетка, это пони. Я забыл, как ее зовут, но очень интересно. Так, 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 внимательно, смотри, она будет по окну стучать, придется мне на раза двоих. Ты ж помнишь, да, что он тут стоит и сразу можно ририти вроде, да, рарити, да. Если стоит возле окна, сразу закрывать дверь, она будет тук-тук-тук делать, вот так вот. Чида. Так, не пишите в комментариях чида. А, и следующий ролик, я забыл сказать, просто у нас спонтанно все получилось. Опа, скачет. Следующая у нас серия, где мы будем смотреть новые пилпаки. Я обещал, мы это сделаем. Но так как у нас не было давно 5 на Чеспоне, я решил записать это сегодня. Для разнообразия. Потому что. Так, смотри, что делает. Нападает и нападает. Надо чуть громче игру сделать. Чувствую, я сольюсь так. Смешно, да? Давай, смейся. Испорти настроение всем. Закрывай! Фух. Ну что ж ты, Кирюха, или ты бы закрыл и так, я знаю. Открывай калитку. Фух, я понял. Отлично, ребята, все у нас получается. Так, 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 наблюдаем, наблюдаем. А че, второй ночи коняка уже бегает, что ли? Ну да. Да, он, этот, Кирюха пишет, 2 часа ночи, и Серега жестит. Жестить, конечно. Шерстит нас тут по полной. Так, все, смотрим внимательно на эту сторону. И слушаем. Потому что я знаю, Серега очень такой странный. Человек может типа ха-ха-хи-хи, а тут уже кто-то нас мочит со спины. Смешно, давай, 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 смейся. Так, 2 штуки NC. Так, левая сторона вообще очень сильно жесткая. Чида, не пишите в комментариях, да. И плюсик, если вы хотите в следующий раз обзор аниматроников. Я знаю, что вы написали очень много плюсиков, поставили. Ставьте еще. Вы помогли ролику выбиться в тренды. Он повисел в трендах даже какой-то час. Всем спасибо, кто ставит лайки, пишет комментарии. Это очень важно для меня и для моего канала. Я вам всех благодарю. Всех, каждого, отдельно. Смотри, смотри, что делает. Ржет и не краснеет. Так, тут нету рарити. Если правильно написал Кирюха, надеюсь, правильно. Так, 3 часа ночи, 65%. Это означает, что у нас есть шансы затащить. Никогда. Опа! Да-да-да-да-да, говори, говори, мне твой голос приятен. Не позволю вам пройти. Так. Так-так-так, я вижу. Боб! Ой, завтыкейшн. Fucking station.
Блин, как всегда, мы с Серегой мочим. Нам не... Дурно смехи, даже в Дискорде сидим, ржем. С чего мы ржем? И, ребят, если вы хотите с нами поржать, заходите в наш Дискорд. У нас там очень весело. И немножечко уютно. Зимой еще камин включаем. Да-да-да. Так, смотрите. Вот ты знаешь, слушай, потому что эта коняка может скакать. А ты будешь в это время что-то болтать. Да, кстати, он, этот, Кирюха пишет, что в нашем Дискорде есть чаек. Заходите на чаек. Опа! А что за смех? Блин, громко так. Давай, давай. Так, а я слушаю, чтобы Серега не обманул нас. Так. Опа! Давай, 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 давай. Бум. Головешка есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, уходи, уходи. Нехорошая коняка. Отли... Ух ты, смотри, три раза... Блин, ну ты реально мочишь? Смотри, коняка одна, коняка вторая. Сейчас десятая полетит. Не надо нам десятые коняки. Ладно, двадцатая. Блин, прикольно, мне нравится. Так, окно. Окно. Да, ты смотри же, ты же помнишь, что надо нажимать когда? Блин, ребята, придется мне на два полюса работать. Так, вот так на стоишь. Два фронта. На два фронта. У меня полюсы, ты не понимаешь. Это очень сложно. Тем более, Серега, он всегда как-то хитрит. Как ты помнишь подписчика, да, когда мы играли в FNAF 1, как ты подписчика обманул? Опа, ага. Опа, 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 есть. Есть, есть, есть в попе шерсть. Стучит. Стучит, стучит. Три-два раз уходи. Ай, успею. Фух, еще бы чуть-чуть, Серега, я бы слился. Ах ты хитрый. А я вот чуть-чуть бы и подловил нас. Еще б чуть-чуть. Так, внимательно смотрим. Да, ФНАП очень сложный. Еще час. Ну ничего себе, мы не протянем, наверное, еще час. Или протянем. Я не знаю. Смотрим внимательно сюда. Смотрим внимательно сюда. Ой-ой-ой-ой-ой, чуть не подсемался с ней. Поцелуй смерти был бы. Так, открываем двери. А, я не открыл специально. Ай, Серега, я знаю. А я знаю. Энергия жрет. А нам 30%, это можно вообще не открывать даже до целого времени. Так, слушаем. Так, это нету чувихи. Смейся, смейся. Испорт настроение всем классное, новое. Испортит еще как. Не-не-не-не-не-не-не. Слушаем. А ты можешь еще прибежать или нет? Возможно. Понял. Ох ты, Ишка. Так, открываем двери. Опа, бежит, бежит. Ого, и так сразу. Угу. Бум. Да ты что, 10% сразу? Да ладно. А, ну у нас 14%, в принципе, есть шанс. Ребята, у нас получилось, как всегда. Все очень круто. Ну что, давай еще разок попробуем все-таки пройти третью ночь. А давай. Постараемся. Так, ну что, начинаем. Веселье впереди, третья ночь. Погнали, пишет Кирюха. Отлично. Давай, болтай, болтай, болтай. Шалтай, болтай. Так, а мы не отвлекаемся. Смотри внимательно. Так, давайте вот так поглядим хоть со стороны. Никого. А он не может сразу нападать, кстати. Кто? Ты. Ты сразу не можешь прямо в 12 часов сразу резко напасть. Я могу даже тут ходить. Да неужели? А я вот тут даже ходить могу. Ай-яй-яй-яй-яй. О, марионетку двигает. Понял. Я уже слиться успел. Чё так долго? Я убил вас. Да как? Двоих что ли? Да ребята, так нечестно. Как он это сделал? Кирюш Клей. Ну как, почему мы проиграли? Он вышел, короче, а я туда Пинки Пай послал. А ух ты, молодец. Блин, ну это прикольно, ребята, всем нравится. И всем привет, дорогие друзья. С вами Димас Бульбазавр, Илья, Хлебушек, пацаны, поздоровайтесь. Всем пока. Всем привет. Hey guys.
Мы скачали новую карту, которая вышла пару дней назад. Называется FNAF 7. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А режим у нас аниматроники пугают охранник. Какие-то глюки. Так, ребята, ну что, давайте я вам покажу эту карту. Она очень крутая. Давайте мы возьмем аниматроника, который может ходить по вентиляции. Нет, этот аниматроник может ходить по вентиляции, но очень медленно. У нас есть быстрый аниматроник, вот он. Так, давайте мы... Он очень криво прыгает. А нет, хорошо прыгает. У нас есть очень громадная вентиляция, вся карта подсвечена. Аниматроник сразу замоч... А, это мы пришли к охранникам в офис. Я вам вижу его ноги. Так, так, так. Опа, закрыли, открыли. Так, одного замочили. Второго замочили. Пока не закроете дверь, я буду мочить вас. Отлично, успел еще одного замочить. Давай, давай, испоганься. 700 жизней. Вы не сможете меня убить, потому что я буду всех мочить. Так. Пацаны, ну что, я выхожу из вентиляции. Готовьтесь. Я пробежал через ваш офис на изично. Слышь, отвали! А, блин, я не увидел, извиняюсь, да, ты был в маске, я увидел. Кто в маске, не мочу. Так, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, поднимаем людям настроение. Отвали, маска, щенок маска, вонючий. Машка. Опа, в маске все, кроме тебя. А ну иди сюда. Так, без маски, без маски. Сейчас я тебя подловлю. Я просто не хочу пацанов убить просто так. Твой шар ни о чем. Я всех мочу. Кстати, обратите внимание, на карте написано на русском аниматроники. Это получается то место, где я должен появляться и мочить пацанов. Я так понимаю? Хорошо. Вот зря. Вот просто зря ты это сделал. Так, он не может ничего делать, он может тпхаться за в стены. Вообще эти пилпаки никогда не брали на запись. Ты был в маске? Нет. Так. Ой, это сильно палевно. Так, это свой. О, давайте, знаете, что проверим? Да блин, ты нечестно играешь, у тебя очень мощный пулемет. Да не. Да блин, нагибает меня, смотрите. О, чем могу? Я могу контр голову снять. Привет, как дела? Хорошо. Прикольно, пошли. На тебе. Ты маску, да, снял? Да. Я это увидел. Ладно, я рандомно ударил, мне показалось, что у тебя маски не было, значит, не показалось. А я иду, иду пацанчиков мочить. Зря ты со мной так. Так, пацаны, что-то с аккумулятором разрядился, надо подойти, нажать. Нет, не монеткой в голову стрелять, это нечестно. Честно. Отлично, отлично. Этот ходит возле меня. Что ты ходишь здесь? Специально, что ли? А, я просто хожу и смотрю. Ах ты. Зря ты разозлил аниматроника. Я же, ты знаешь, что могу сделать? Я могу мочить всех из-за тебя подряд. Ауа. А, вот так захотел со мной. Поумничать вздумал. Так, мне нравится очень вот этот аниматроник. Давайте сделаем камеру поближе. Нормально, да? Я же говорю, я буду мстить за то, что вы меня убили в тот раз. А это кто? Это? Это?
очень злостный балунбой. Кошмарный балунбой получается. Я никого не вижу. Три охранника, никого нет. Вы чё? Заныкали, что ли, все? Ма, жди гостей. Классные гости пойдут. Я тебя видел. На этой карте тебя реально хорошо видно. Бульбазавр, если ты будешь так читерить, я буду мочить еще сильнее вас. Красава. Настроение классно, ребята. Классно, я их мочу. Давай. За кого ты играешь, Дима? За балунбоя кошмарного. Вот так, значит, ты со мной, злодей. Я к нему со всей душой. А... Ну чё, давай, я тебя жду. Засаду тебе сделаю. Отлично. Ты меня никак не, ну, не сможешь меня убить. Так, тот в маске бегает, это свой. Так, давай в офис идти, а то это опять не какой-то не РП выживание. Давайте все в офис. Ты смотри, ну, кто будет выходить с офиса, сразу мочу. Двери не закрыли, надо дверь успевать закрывать. Стоят, это, мух считают. О, молодец, видишь? Он уже понял, что я буду жестко мочить. Легкая походочка, иду к пацанам. Сейчас обойду, с той стороны подойду. Никак не буду. Ой. Чё это со мной? Ты пыхнулся в неведомость. Чё вы там делаете? Ой. Вы затеяли что-то очень плохое, поэтому я вас убил. А так нельзя. О, а чё это со мной? Пацаны, знаете, что тут можно? В шкафчик прятаться. Да ладно, анимация шкафов есть. Это как бы другой шкаф просто. Ну, типа из Entity. Да? Да. Первый раз такой шкаф, мне он нравится. Может, его отдельно можно ставить? Не, ну смотри, там просто заходишь в Entity, и там первый. Понял, я пошел. Тут еще есть такие шкафы, только один, да, получается? Нет, вроде побольше можно поставить. Очень странная камера себя ведет, давайте вот так. О, отлично. Пацанов палю. А чё он стоит, просто ничего не делает? Я в шкафу сижу, пацаны. Открывай. Да. Не открывается? Вы чё, удалили шкаф, что ли? А, вы его переставили. Не, я его удалил. Я бегу. Я не могу вас мочить, у меня забагнулись аниматроники. Надо выйти. Так. А что делать, если я ничего не могу сделать? О, давайте с другого пака возьмем. О, знаете кто? К вам Бенди еще не приходили. Ой, это не тот. Это тоже не тот. Так, пошел. А я не могу дамажить. Надо взять, который может дамажить. Эй, ты чё, офигел, что ли? Ты чё стреляешь монеткой? Нет. Я не могу их убить. Я могу, надо прицелиться. А, я знаю. Вот этот может убивать. Вот он. Нет, вот он. Вот этот, да, топорист. Слышь, ты своей монеткой задрал, отвали. Илья, беги. Ты знаешь, что я могу сделать? Я могу удалить все. Охранники, вы сейчас проиграете. Ты что, меня с карты выкинул? Иди сюда, вонючка. Я же дверь удалил. Я не могу дамажить им. Я и думаю, че я вас не могу убить? Бенди слаб. Я вообще не могу никого дамажить. У меня этот...
А, могу, 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 надо было вид поменять. Слышь, ты своей монеткой отвали от меня. Так, надо валить, надо валить, у меня построча хочет дать. Так, то три. Ты просто не умеешь пользоваться этим классным оружием. Сегодня мне просто не везет. О, это что за оружка у тебя такая? Я звук слышу классный. Ого, своего убил. Ну зачем? Я ему руку передал. Так. Это у тебя снотворное, что ли? Это пестик с глушителем. Да? Понял. Я в уголку сижу у вас там в офисе, вы меня не видите. Так, 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 что не буду делать? Монетка, монетка, я убегаю с офиса, нет, не могу выйти, сижу в углу. Так, 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 смотрите, как они меня хотят убить. Ой-ой-ой. Бульбазавр, ты какой-то жестокий охранник, зачем ты своих мочишь? На, вынес, вынес по красоте. Ого. Убили. Короче, аниматроники выиграли, мне кажется. И, друзья, ну что ж. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Кэт Макс и Фокси. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 2. Пацанчики, поздравайтесь. Всем привет. Ребята, на этой карте есть комната, где можно управлять аниматрониками. Нажимать всякие кнопочки, здесь вот у нас что? Той аниматроникс, Мисс Фит, Олд Аниматроникс. Сейчас, ребята, будем все проверять. Мы, кстати, ни разу не нажимали здесь кнопки. Давай хоть нажмем. О, слышишь, Димон? Да. Ну что, если вы пьете и кушаете, приятного аппетита. А мы будем начинать. Кэт Макс, ну что, ты готов жмякать все? Да. А ну слышишь, как он кнопки нажимает вверху? Да? Да-да-да. А, Болунбой пришел. Пошел, пошел, пошел отсюда. Он может, короче, всех подряд, что ли, вызывать? Да, он, походу, всех может вызывать. Я этого Болунбой прогнал, пнул его. Смотри, там ангел. Так, где? Фу, она исчезла. Да-да-да, она смотрела прям в глаза мне. Димас, она тут, она уже в нашем кабинете. О, смотри, я живой. Ай. Мне такое не берет. Так, у нас челик заговорил, надо выключить его. Опа, шкатулка пошла. Короче, все начинает нападать. Все начинают нападать. Так, 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 все хорошо. Димон, красивая пиццерия, очень. Да? Да. Но я пока не могу выйти, у меня. Я знаю, мама. Один я могу ходить. Димон, нема марионетки, шкатулка пустая. Ой, сейчас еще и марионетка придет. Да, вот сейчас, короче, будет вообще мясо. Болунбой вернулся. Будет совсем плохо. Так я его прогнал, конечно, он вернется, еще бы. Мужик. Я его пнул, он ушел сразу. Че, кнопки тут тоже понажимали? С подписчиком. Так, марионетка пришла, но она ушла уже. Дима, давай хардкор сделаю. А, я не знаю. А, нельзя нажимать? Так, все, подписчик, я свалю. Все, я ухожу, Димасу. Так, Димас, я к тебе бегу. А где ты? Я потерялся? Ты потерялся. Мы потерялись. Опа. Мы, да. Чика стоит. Так, обратно возвращаться, тут ничего. Тебе, Димон, это... Чика омлет несет. Блин. Кого там напугали? Да меня, блин, Чика убила. Опа, лезет, лезет уже. Димас, я сзади тебя. Смотри, а, вы гуськом ходите. Смотри, там уже... О, реально я дернулся. Даже Кэт Макс умер, который кнопки жмякает. Офигеть. Чётенько, ребята, выживаем. Ставим лайкосики, тогда мы точно выживем. Так, здесь была... Здесь ты был? Ну, вот, Болунбой, давай проваливай отсюда, а? Дай ему фотоаппаратом по голове. Вот, он ушел, видел? Ушел. Я его посветил. Ай, марионетка пришла, Димас, аккуратней. Где? Она в нашем этом... Вижу, вижу, заглядывает. Я пошел по вентиляции, сейчас я буду по пиццерии побегаю. Так, хочу просто... Ух! Нифига себе, Чика и Мангл, и Фредди, все пришли одновременно. Ничего себе. Классно, вам там вообще хорошо, лучше всех. Очень имбово. Ага, я пока побегу по пиццерии, а вы там выживайте. Все хорошо, тащим. Так, Фредди, кстати, уже на сцене, он вернулся. А потом марионетка тоже вернулась.
Мангл нету. А не, мангл тут тоже. Маринетка ушла. Опа, да. Вижу, Кэт Макс летает здесь, фонариком подсвечивается. Все, так, ушли, Дима, наконец-то. Пошли гулять.└==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 
О, передо мной прям дверь закрылась. Смотри, Дима, сейчас я его куда положу. Ага. Ага, не получается у тебя, пойдем. Если бы ты очень быстро пробежал бы, то ты бы, скорее всего, не выжил. Так, идем на сцену. Так, челик наш умер. Видишь, они не убивают меня. А! И потом подарить кому-нибудь? Давай. А ну, ложи в тарелку. Тарелку. Так. Чё-то не ложится. Дима, невидимая стена. О, положил. Тарелка высокая. С горем пополам. На! Кого убили? Ты, а чё не так с игрушкой тебе? Не знаю. Она там висит. Так, пойдем. Пойдем, Димас. Да тут невидимая стена, не могу выйти. О, вышел. Вышел. Так, игровые автоматы. Оп. Нерабочие. Да, плохо все очень. Короче, знаешь, в чем смысл? Когда управляет человек, и мы тут, он ничего нам сделать не может. Ага, да, пойдем возвращаемся тогда идем на базу. Так, сейчас, подожди, здесь у нас очередь в туалетах. Понял. Мангал, давай уже быстренько, раз, и мы идем. Пожалуйста. Я пройду, Дима, смотри, раз. Не сможешь. Или сможешь? Не, давай не я смогу. Давай. Прошел. Четко, блин, тебе повезло. Я не пройду. Я успею, я успею. Кто умер? Что? Ты вас видел? Я успел забежать в последнюю секунду. Посмотри, как я лежу, вот где Чика еще находится. Она тебе на голову наступила. Она прям на голову мне на это, да. Четко. Мы такие с фотиками бегаем, фотографируемся. Так, сейчас у меня есть кое-что. Можно зумиться даже, вот зум приближаем. И видно рожу. Ни рожи, ни кожи. Видно лицо, это Чики. Так, Димас, это мы куда сейчас полетим? Давай заходи. Заходи. О. Ты понял, да, смысл? Шикарно, да. Класс, мои пацаны, Чика, пошлите. Ты чё? Куда смотришь, Чика? Мы тут-то. Ты видишь нас? На, тебе получай. Так. О. Блин, застрял, Димончик. Ты, Димас, молодец. Ты жирный. Это я. Ого. А это откуда взялся? Надо валить. Смотри, какой аниматроник. Где он? Тут был аниматроник какой-то здоровый. Ой-ой-ой, Мангал. Дима, давай, там в портал. Там был из третьей части аниматроник Фокси такой. Мишка не пролазит. Я его вижу здесь, но он не пролазит в портал. Почему? Все хорошо? Хорошо. Да, у меня все отлично. Так. Идешь? О, я вижу тебя. Здорово. Как у тебя дела? Хорошо. Как у вас тут? Лучше, чем у меня, да, правда? Да. Смотри, аниматроник впереди какой здоровый. Ого, жирный. Ага, это Фокси из третьей. Кстати, Димон, раньше эти не приходили аниматроники. Это уже Кэт Макс включает разных, с разных частей. Я не помню, что по сюжетке приходили вот эти аниматроники. Ну, теперь... А у нас же не сюжетка. Теперь приходят, да? У нас этот, Custom Night, у нас все аниматроники. Да хватит! Да, я живой, меня такое не берет. Так, а я же этот был. В нормальном, защищенном месте. Меня убило. Как? Вот так. О, правильно, Димас, правильно делаешь. Давай, уходи. Так с ними и надо, со всеми. На, прям взрыв в ней. А не. Так. О, прям четко кинул. Смотри, удалитель. Я видел только тень спрингтрапа, я его самого не видел. Блин, так, рикошет. О, давайте бомбами сейчас забросаем. Давай, место. Димас, давай спамни бомб, или давай я. Погнали, раздача давай. Бомб. Слышишь? Да. Что за звуки стрёмные? О, камнепад. Да что такое рикошет? Бомбопад, так. Димончик, блин, извини, не хотел. Вот я как раз, да что оно рикошетит, это в какие-то говняшки. О,
Ой, тут невидимые какие-то пропы. Бросаем, бросаем, много бомб. Сейчас мы ее взорвем. Она сейчас взлетит на воздух просто. Угу! Что случилось? Смотрите, что? Что, что? Как что? Мы сдохли. Мы все померли, так. Мы сейчас сдохнем точно. Я чьи-то глаза вижу здоровые. На. Фокси. Хорошо. Что тебе еще? На. Говняшка. Смотри, сколько штук, Димон, пришло. Раз, два, три, пять, десять, шесть. Еще вентиляцию. Два баллона. Смотри, не. А ка? А что, так можно было? Раздвоение личности вас, пацаны, еще. Три. Ушли вдвоем, вместе ушли. Четко, четко. Блин, прикольно кастомная это у нас получилось. Я их сжигать буду, Димас. О, понял? Давай. Пойдем. А где такой огнемет ты взял? Классный, да, огнемет еще? Класс. Это в паке Toybox Classics. Так. Жги, жги. Сжигаем всю пиццерию, ребята, не оставляем ничего. Дезинфекцию, ребята, делаем, чтобы не было микробов. Так. Жги, жги все. Блин, так красиво смотрится. Так. Отлично. Чё-то никого нету. Ой, Димас, кажется, я тебя убил. Вот так, да, значит? Хорошо, сейчас. О, Димас, какая, смотри, какая базука у меня есть. Смотри, смотри. Смотри. Вот, вот теперь все четко, дезинфекция точно произведена. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон. Как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас FNAF, а какая-то часть можете написать в комментариях. Если вы кушаете и пьете, приятного аппетита, а мы начинаем. Ну что, Димончик, наша сегодняшняя цель — ее охранять, ну и посмотреть, что здесь и как. Эту пиццерию скоро будут ремонтировать, будем ее защищать от всяких гопников. Иначе так сказал, но пусть будет гопники. Ну что, пошли ее покажем? Нашим зрителям и зрительницам. Пошли. Тут доски аккуратно, смотри, чтобы пол не провалился. Так, аккуратно ляпнися на жопу, я эту надпись помню. Опять кто-то нассал. Блин, мы вытираем полы эти, вытираем. А тут вечно суд ходят. Надо смотреть, кто это делает. Может, соседи наверху балуются. Может быть, тут леса стоят. Точно ремонт будет, точно. О, смотри, иди сюда. Но тебе даже наклоняться не надо. Так. Ну-ка. Можно по лестнице подняться, не? Я думаю, нет. Было бы прикольно. Так, смотри, какая сцена красовучая. О, красовучая? Пошли посмотрим. Пойдем. Оп. Let's party. Давай, давай. Блин, здесь так красиво. Перестаю дышать. Там параши, ой, туалеты. Смотри, смотри, вот здесь вот It's me написано. Ага, это я. Понял. It's me. It's me, it's me. Тут вывалили стену, видно головой. Кто-то долги не возвращал, не заплатил за пиццу, вывали башкой. Ага. И здесь кто-то за пиццу не заплатил. Фонарик включим. Тут подсвечивать все предметы. Так, туалеты. Ну туалеты, как всегда, наверное. Да, там всегда гадость. Каменные, здоровые туалетища. И с какашками. Если я тут закрою, ты здесь погибнешь. Ага, все, не вылезу оттуда. Так, ну. Пошли дальше. Она большая, эта пиццерия. Покажем все. Что-то так. Слышал? Нет, ничего. А, все, я смотри, понял. Трубы. Смотри, какие трубы здоровенные тут. Иду. О, тут полы разрушены. А, вот же трубы меняют, зя. Кто-то канализацию забил, опять что-то накидали. Меняют трубы. Так, там тоже что-то есть. Куча оборудования для ремонта. Так. О, пати-сервис, Димон. Идем сюда. Чем мы здесь были? Я уже запутался, где мы были, а где не были. Да, мы отсюда пришли. Но тут очень много комнат. О! Ты видел? Чего? Тут шкатулка появилась и пропала. Я хотел сказать, Димон, тут шкатулка. Просто моргнула, она исчезла. Ребята, если вы видели, напишите в комментариях. Мне кажется, она стояла. Или меня глюкануло. Вроде стояла. Но уже колокольчики слышал от нее. Блин, что-то страшно мне уже здесь охранять. Так, может, за стол пойдем тогда? Хочу еще все показать, но вроде все показали. Нет, не все. Пиццерия большая. Вроде да. А ну подожди. Вот выход. Дверь закрыта, мы отсюда не выйдем. О, я смогу удалить. О, Димончик, смотри. О, класс. Ага. Давай, давай. Вот, можно ходить, все, я понял. Вот еще дверь, но ее можно удалить? Нет, нельзя.
Ага. Смотри, как прикольно сделано. Ты красавчик, все бы удалял здесь. Так, возвращаемся обратно. Кстати, Дима, нам должны оружие вы... Блин! Мать моя Тереза. Жесть. Фух, ты пыхни меня к себе. Ты пыхнуть сейчас. О, тут ящик с оружием. Димончик, где наш ящик с оружием? Два оружия наберем. Блин, я даже не знаю, где мне его взять-то. Вот здесь. Не, не здесь. Я знаю, у меня в кармане есть большие оружия. Понял. Сейчас. Давай, доставай. Ой, у тебя что-то на голове стрёмно. Давай, дробаши. Наши любимые дробовики, ребята. Вам они очень нравятся? Ну и нам тоже. Так, все, я вооружился. Теперь я никого не боюсь. Ночной режим включенный. Слышишь, там кто-то трещит вдалеке? Да, да. Кто там? А ну иди сюда, сыкун. Никого. Идем исследовать. Я слышу там шум. Я слышу какие-то штуки там стрёмные. Аниматроники сегодня у нас гопники. Будем их мочить. А! Кто там искры пускает? Кто там сыт? Ах ты! Да что она такая уродина, а? О, я тут появился, Димон. Я сейчас, Димон, приду, подожди. Меня там кто-то зовет. А, Мангл! Ты чё тут делаешь? На ей в жопу! Ты чё тут творишь? Офигеть! Вы откуда тут понаблаждались? Ремонт идет. Может, где-то есть мастерская? Вон еще одна. Мочи ее, а! Кто пердит? А, Димон! Вон там кто-то опять искры пускал. Смотри, Фредди сидит, Димон! Ах ты! На! На тебе, Димон! Жесть! Так тебе и надо. Я так радуюсь, когда тебя мочат. Так, надо по нужде сходить, то потому что здесь очень страшно, ребята, всякое бывает. А, сзади баллон бой, мочи его! Ты чё тут ходишь? Уходи! На! На раскорячке тебе! Я так люблю его колбасить! А ну, отлично. А ну, Димончик, отойди от него. На тебе, передай другим, что мы их не любим. Сейчас, не уходи, не уходи. Хотя, навряд ли он уже уйдет, но сейчас мы его по туловищу. Уходи, Дима, отсюда. Там, видишь, там кто-то стоит, я походу вижу в проходе. Или все, нет? Да, это была Чика. Или спринтрап не успел усмотреть. Так, аккуратно, аккуратно. Чё, у него... Ух ты! У меня же в глазах мутно. А, блин! Я валю отсюда. Голден Фредди очень дерзкий мужик. Да? Так, возьму я себе. У меня такого нет. Вот еще есть дробовик какой-то. Возьмем этот. Опа. Нормально, пойдет. Ой, это кто такой? О, ты что тут делаешь, а? Кабанчик маленький. Батя пришел. Когда я стрелял, он появляется. А че не могу его убить? Я вообще бессмертный, походу. А ты ближе подойди, Димас, ближе. Я что-то боюсь, но придется. Че не убивается? У него кровь уже выступила. Из ушей, да? Есть! Димас, смотри, кто сзади. Ого, кабан! Уходи! Димас, спасай! У него кровь! Внутри сидит человек в костюме. На! Димон, я еще одного убил! Этого кабана! А! Уходите! Ого, их сколько! Димончик, уходи! Блин, я в животе появился! Так, эта пиццерия очень стрёмная. О, молоток лежит, не надо? И пила. Пила. Но только если умереть самому. Во, тут шкатулка для марионетки даже есть. А где марионетка? А чё она открытая? Кабаниха, ты где? Ее там нет. А! Прыгал, прыгал, заглядывала она мне такая, ты ч... Знаешь, такая спит, я заглядываю и бужу ее. Она мне, ты чё будешь меня? На тебе! И убила меня. Она тебя чуть не убила. Она тебя, да, убила. Ребята, если вы видите шкатулку ночью, не заглядывайте. Маринетка по-любому спит и по щам вам пропишет. Димас, она видели? Проснулась, смотри. Она проснулась. Тетя марионетка, идите спать. Спаси, Димас! Уходи! Я ей сейчас попробую в голову хедшот прописать. А, Димас, она охотится за мной. Димон, стой! Не отворачивайся, не отворачивайся, я убью ее. Стой, стой, Димончик. Давай ее накажем. Ты меня убивать будешь, да? Ты что, она какая-то очень...
Вот это она сальтуху прописала. Вот ты ей, да, врезал. Так она... Голден Фредди, вы что попросили? Короче, мы так пришли сюда охранять, расфигачили дальше пиццерию. Ремонт... Не подлежит. А знаешь, что это It's Me же пишет? Это же этот... Фиолетовый человек. Ой, сзади тебя был. Челик. Вот он! Блин, чуть не убил меня. Так, так. Надо валить лучше. Это его хата, валим отсюда. Что он здесь живет? Ребята, если вы хотите, чтобы на этой карте мы записали прятки, пишите плюсик, или мы хотим, и мы с удовольствием здесь запишем прятки. Потому что пиццерия новая, и она очень классная. Вы видите, здесь очень много нычек, которые можно использовать для пряток. Вы что плодитесь тут, Димон? Главное, не отворачивайся. Сейчас буду водить их всех. Начнем с этого кабана. Есть! По жопе, по жопе, по жопе! Как неуважительно поворачиваться к нам спиной! Ого, их сколько! Кабаны! Димас, что делать будем? Мочить их, Димон! Мочим, мочим их всех! Стой! Не уходите, не уходите! А, меня мутит, Димас, у меня галлюцинации! Может, надо было и гранату, которая отравляет их, кинуть? Вот это они там колбасятся! А, кошмар пришел! Вот это мы их плющим тут. Так. Что нам делать? Он на меня смотрит. Он на меня смотрит. Сейчас, Димончик. Что нам делать, Димас? Ты постой, я сейчас приду. Блин! Эндоскелет! Я его уже тысячи лет не видел, дружище. Так, я в пиццерии появился, Димон. Смотри. Некоторые умерли. Вох, вот это мы их поразлаживали. А вы что... Кошмар. Ну ты вообще обнаглел. Придется тебя наказать. На тебе. Так, сейчас. Блин, он стрельнул в воздух. Ага. Блин, я боюсь поворачиваться спиной. Ты что тут лежишь? Вот это не дают, Дима. Вот это они сальтухи крутят. А Фредди говорит, я не умею сальто делать. А это что? Чика, ты можешь? Так, они так классно разлетаются, ребята. Это лайк. Ой, Димас, у тебя кто-то на спине живет. Димас, на спине кто-то. Зачем ты меня пугаешь-то? О! Кабанчик маленький. Ты что тут делаешь? О, гоплю штрап. У него зубы острее, чем вчера. А ты что, знаешь как? Я помню. Офигеть. Так, Димас, я не знаю, что делать тут. Мне кажется, надо ядерный взрыв приготовить. Но если мы сейчас всех не убьем, придется ее взорвать. Ну, я надеюсь, не надо будет. Ну смотри, вы тут понаплаждались. Опа-на. О, Димон, у меня есть гранатомет. Я хотел его оставить на лучшие времена, вот они и настали. Есть. Димас. Да. Справа еще и слева. Я вижу. Сейчас я заряжаюсь. Не расходимся. Ах ты, голова! В прямом смысле слова это голова была, Фредди. Ну чё, не расходимся, да? Блин, чё они такие дерзкие? Сейчас, Димончик, я это сделаю. Кидай быстрее, Димас, это армия. Ого, армия! Ой, на! Блин, я себя отравил. Ну ничего, они падают. Ребята, они все сдыхают. Ты всех убил. Отравить их можно. Ты всех убил, Димас, всех. Вот это жесть. Мы что, зачистили пиццерию? Не знаю, мне кажется, все-таки какой-то здесь босс должен быть еще. Мы, Димас, не убили самого главного. Это кто? Идем. А! Эндоскелет, а ну-ка. Ребята, у нас есть теперь противоядие. Если вы хотите убить аниматроников, берете гранату и травите их. Микросхемы не тянут. Вот еще, Димон, до сих пор трупы валяются. Ага. Блин, мне так нравится вот так делать. Димас, смотри, ну... Ах ты! Отомстил меня за своего братуху. Ага, все. Мне кажется, вот этот... На тебе! Он еще голова, видишь, шевелит? Да. Чё он не сдыхает? На тебе! О-о-о. Думал, просто так можно прийти обижать нас?
Ты чё на меня кидайся, оу? Вы чё, мужики? Ребята, мы зачистили эту пиццерию от аниматроников. Все, теперь пиццерия чистая, и можно продолжать здесь делать ремонт. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Абгай, Стаканчик, Данил Топ, Мистер Пропер. Пацанчики, скажите классные слова. Всем привет. Сегодня мы играем на карте FNAF 7. Я буду играть за аниматроников. Рубрика «Аниматроники пугают охранника». Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Пацаны, сегодня правила довольно просты. У вас всегда дверь должна быть одна открыта, потому что если две двери закрыты, вы задохнетесь. Потому что кто-то из вас постоянно пускает газы. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Пацаны, готовьтесь. Первый самый классный аниматроник, которого люблю, это Лефти. Кто помнит песенку «А я иду, иду на работу в пиццерию». Поставьте лайк и напишите в комментариях «Мы помним». Я тогда буду знать, что на меня смотрят олдскульные мои зрители. Так, ну что, давайте будем их обманывать. О, привет. Что это у вас тут такое? Двери закрывать надо? Вот молодец. Вот молодец. А вы не помните, эти двери убивают или нет? Так, давайте возьмем другого аниматроника, который дает шум. Сначала буду вам давать подсказки, где вы будете слышать, где я бегаю. Ну а потом... Я буду убивать... Блин, да смотри, промахнулся! Я иду. Видно меня? По спортом заниматься. Не видно, но я тебя слышу. А, меня слышно? Прикольно, текстурки в Гаррис Моде, мне очень... Вижу охранника! Нельзя выходить! О, привет! Я поубивал всех и убежал еще один раз. Нельзя выходить с офиса, только я могу мочить вас всех. Давайте по РПшим, чтобы было четко все. Давай, беги! Что вы не закрываете двери? Что творится? У нас охранники сегодня не очень внимательные. Они после Нового года. Ого, Новый год, уже март, 1 марта. Ребята, поздравляю вас с первым днем весны. Наконец-то наступило 1 марта. Ролик вы будете смотреть, конечно же, 2 марта. Всех поздравляю с 2 марта. А вы знаете прикол, что у меня есть отмычка? Ой. Я могу двери, кстати, на Е открывать. Закрой. О, труп вам, короче, забирайте свой труп и закрывайте двери, ванючи свои. Ой, блин, я же попадал, не попал. Так, а теперь я буду... Скажу. Буду тихонько. А, успел. Будешь открывать дверь, я сразу буду убивать. И тебя тоже. Понятно. А что ж ты открываешь дверь, если ты видишь, что я тут стою? Нельзя. Нельзя? Давайте, хорошо, пацаны, ожидайте, я вам даю перемену. А ты смотри, успел. Я сейчас буду вам через вентиляцию ломиться. Не буду говорить, через какую... Вы должны догадаться. Так, подождите, что? А, вы камеры поставили? Вы теперь меня видите, да? Правда, одна не работает, я... Эй, сейчас починим твою камеру. Не успел. Не успел немножечко на тот свет. Ну ничего, не расстраивайся. И тебя вылечат. Давайте, пожалуйста, тут улицу не сделали, потому что я помню карты, где уже добавили улицы. Я успел починить камеру. Успел починить? Какие улицы? Какие карты? Да. Я ничего не вижу. Что? Что происходит? Давайте сделаем ты вот так. Ты в канализации. Вот. Да? А мы сейчас все персон сделаем. И ночной режим подрубим. О, отлично! Просто великолепно. Если у нас будет Ой. Убил одного челика. А я через вентиляцию вылез. Смотрите, это моя башка должна быть видна. О, вижу! Стаканчик! Успел убежать, но я приближаюсь. Так, пацаны, теперь возьму такого аниматроника, который реально вас может обмануть. Это очень быстрый аниматроник. Кто у нас самый быстрый из аниматроников? Кто быстро бегает? Молодец! Угадал. 5 баллов тебе. Спасибо. Видно меня так? Да. А вот так, ухо видно? Обернись, там камера. Где камера? О, а вот так в камеру я заглядываю? Да. Ну и как видок? Красиво. Побежали. Кстати, этот Фокси никакой не очень быстрый. Успел.
Ребята, ну что ж вы невнимательные, двери нельзя открывать просто так. Так не успел открыть. Открыл? Так, хорошо, давайте еще возьмем какого-то аниматроника классного. Блин, так классно. Текстурки подсвечиваются под лампочки, да? Прям круто вообще смотрится. Так, ждите, идет обманщик. О, крячка. Ох, она быстрая, смотрите, скорость какая у нее. О, у меня тень видно, а почему тень видно? Смотрите, когда я видимый, тени нет. Стою невидимый, тень появляется. Это что? Получается, вы меня можете по тени выследить? Увидел. Так видно мои ласты, не? Да. Какой у меня размер? 45-й где-то, 46-й? 45-й. О, запишите, ребята, в комментариях, как вы думаете, какой размер ноги у Чики? Я думаю, что какой-то нереально большой. 46-й растоптан, наверное. Так. О, по звуку. Гэ, ты что тут делаешь? Ребята, я знаю, какую мы рубрику снимем. Мы снимем рубрику, которую, кстати, предложил мне подписчик. Угадай аниматроника по звуку. Хорошая идея? Лево. Неплохая. А вот так вот? Знакомая вам уже? Балора. Да, угадал. Танцую я. Балерина. Давай ты нам концерт устроишь. Да блин, как это я не убил вас? Открывай дверь, а? Дверь я пришел. Она прям по двери стоит. Да. А слышно меня мои механизмы или нет? Я не слышу. Я только ее вижу. Но если бы не стреляли... О, привет! Ты куда? Ну ладно. Нельзя уходить с офиса, только я могу. Ты слишком меткий. Очень меткий. А теперь мы возьмем... О, давайте возьмем маленького чилипиздрика. А теперь, ребята, у нас, знаете, кто будет? Плюштрап. Эй. А я могу звуки сдавать? Я звуки не могу никак... Не сдаю звуки. А теперь он справа. О, закрыли. Блин, застрял в дверях. Эй, выпусти меня. А что за баги? Эй, ты мне жизни тратишь. По животу не... Что творится? Я застрял. Да вы меня бьете. А? Помогите! О, я могу убивать! Давай, иди сюда! Ай-яй-яй, не попадаешь! Ты сейчас только своих будешь мочить! На, еще один! Давай еще одного убивай! А я сейчас по тебе попаду! Все? Я лучший? Ой-ой-ой! Вали, Димка! Еле освободился. Хорошо, вы двери закрыли. Я думал, у меня уже жопа. О, смотрите, пасхалочку нашел. Так. Давайте тогда возьмем еще какого-то аниматроника. Я понял, скрип, откуда он сейчас пойдет. А как ты знаешь? Я тоже думаю оттуда. А вот такой звук, знаете, кто это? Сейчас. Ну, я вижу тебя. Баллон шмарный. Открывай. Он за дверью стоит, не открывайте вот тут. А как ты знаешь? Ты меня видно, что ли? На камерах, да. Ах ты, говно, камера, надо на другую сторону идти. К тебе бегу, я к тебе. Ох, тебе на! Вопрос, на... Вот так будет с каждым, кто будет неправильно открывать, закрывать двери. Охранник, после нового. Охранник, да. Это у вас какой-то не охранник, а механик, получается. О, давайте редких, которых мы брали. Это очень редкий аниматроник. Мы следим за тобой. А звуки издаются? Так тут же нет камеры. А я могу... Есть камера! Я ее не увидел сразу. Она прям дверь палит. Отлично. О, блин, зацепился за столб текстуру. Открой. О, привет! Зря вы открыли двери. Зря. Все, я вспомнил, мне кое-куда пора. Не умеешь пользоваться. Вы насрали гранаты вонючие здесь. Так, давайте сюда поле. Ого, насрали. Успокойтесь. Ну что сделать? О, классно, сейчас будет весело.
Эй! Я вспомнил, мне кое-куда надо. А вы знаете, что сейчас будет происходить? Я нажал кнопку, при которой сейчас все умрут на этой карте. Будет идти черная стена и такой напоминающий какие-то призраков или чего-то такое. Во-во-во. Кстати, при ярком свете мы еще ни разу не наблюдали, как оно вообще смотрится. А, я думал, это плоские штучки, они прям квадратные. И мне страшно. Но... И мне страшно, реально круто. И что, и что? Эй! Да не убивай, давайте вместе же умрем. Ля крыса! О, там свет идет, я прям вижу. Давайте удалим. Что-то красное. И что, и что? И все? Тут даже фонарик не помогает. Как это не помогает? А, да, не помогает. Так, я буду вот тут. Это получается это центр, да? Схождение. Не, вот тут здесь вот. Во-во-во, отлично. Прощай. О-о-о. Привет. А скример был или нет? Ух ты, блин! Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега и очень много подписчиков. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Добрый всем привет. Давно у нас не было рубрики, только вчера. Аниматроники пугают охранника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А Серега и подписчики будут нас пугать. Ой, извини, я не хотел. Вынес одного выстрела просто. Сегодня злые не только у нас аниматроники, но и охранники. Или давайте дробаш возьмем. Пацан, давайте дробаш. Опять пришел. Говорю, не ходите здесь. Это наша пиццерия. Я хотел уйти. А, ну не успел. Обстоятельства. Так, давайте тогда возьмем послабее оружие, потому что это оружие очень мощно стреляет. Давайте возьмем монетку. Тут попугай. Где попугай? А, есть. Опа. Наших охранников мочат. У нас и так тут персонал слабый. Чё, не убил я тебя, что ли? Не-а. А чё такой мощный? Не знаю. Так, пацаны, давайте будем внимательно играть. Тут баллонбой пришел. Он хочет фонарик наш украсть. Так, не стойте возле окна, убьет. Все пацаны шкерятся, думают, ну нафиг. Отец, ну ты видел? На, я же говорю, не подходите. Это псих какой-то, а не Робли. Понял, маску вообще нельзя надевать. Маска здесь не работает, Серега на запах определяет. Только не знаю, как он это делает, какой запах там исходит, но он знает. А! Убивают. Убивает наших, пацаны. Берем оружие и мочим их. Я даже возродиться не успеваю. Не успеешь, потому что здесь очень жесткий. Пацаны, извините, я всех мочу. Да что они такие нападающие? Надо, короче, нам, пацаны, какой-то план составить. И как их убивать. Надо, короче, вместе держаться. Так, сейчас я возьму какое-то оружие. Мое любимое. Ах ты что? Укусила меня за голову. Хорошо. Димас, ты не против? Я тут так полежу немножко. Полежи, полежи. Нормально тебе? Не холодно? Не холодно. А сейчас холоднее стал. В портал пацаны попадают. Да шо меня все двигаются? У нас пацаны в канале творится. Все любят, когда мы вселимся и делаем какую-то жесткую дичь. Ребята, это та серия. Пацаны, давайте каких-то ловушек возьмем. Так, оружие. Half-Life 2. Пацаны, давайте, раздача оружия. Давайте, ставим, короче, минируем всю пиццерию. Сейчас будем все тут чудить. Так, бомбочки выданы. Вот это сейчас тут будет. Я чувствую, сейчас мы тут... Все зависнет у нас. Есть. Есть. Бум. Есть. Ой. Я фонариком свечу. Свечу фонариком. Там моя бомба. Сейчас что-то будет. Отвали. А! Блин, убегал от одного аниматроника. Убила марионетка. Это очень сильно. О, у меня есть вот такое оружие. Сейчас. Оружие.
Знаете, пацаны, какую надо? Надо взять гранату, которая воняет. Она их очень сильно мочит. Ух ты! Бум! Бум-бум-бум-бум-бум! Психи пришли! Чё, тебя не убил, что ли? А сколько у тебя жизни? Смотри, пришел. Так закройте вы двери, пацаны. Все, уходи. А, маринетка зашла. Она тут вот летает. Мочите ее. Да вы задрали, пацаны, вас очень много. Отступаем, отступаем. Нитроглицерин. Ой. Умный человек так только и сделает. Вот это жахнуло, так жахнуло. Есть еще вот такой вот у нас шарик волшебный. Пацаны, я шарик активировал, убегайте. Беги, беги, пацаны, не бегите туда. Лучше от подальше, от офиса. Ой-ой-ой. Че, никого не убило, что ли? А, красиво очень. Давайте еще разок. Так, погнали. Пролетаем в лес. Я хоть живой останусь? Чё, пацаны, живые? Вот это оно жахает. Мне так нравятся эти бомбы. Но аниматроников никого я не убил. Хорошо. Есть у меня еще один сюрприз для них. А! Он меня хочет убить, а я его буду монтировку лупить. По спине настреляю. Он меня не может замочить так. Ладно, смог. Кстати, скример поменяли. Раньше такого скримера не было. Новый скример добавили. Так, пацаны, нам нужен план какой-нибудь составить. Блин, они вообще тут все съели уже. Прощай, волчара, я успел закрыть. Так, надо лампочку поставить. Что-то здесь... Очень плохо со светом. Экран остался и кнопки. Что вы наделали? Так, какое оружие еще взять? Давайте дробашок возьмем. Че ты? На. На. Слабый дробаш. Очень слабый. Как их убить? Этот вообще пришел как к себе домой. Ой, ой. Не убивай меня, я добрый. Блин, да что ты хочешь от меня? Волчара! Как ты вообще вентиляцию пролазишь? Ты очень большой. Ты нарушаешь все правила физики. Что делать против этого человека? Хорошо. Сейчас, Серега, подожди секунду. Есть у меня для тебя сюрприз. Очень хороший. А чё не сработала моя монета? Ты что, её съедаешь, что ли? А чё она просирает, монета моя? А чё она не работает, я не понимаю. Я живой, ты меня не убил. А, не, я живой, я умер. Еще один пришел. Да смотрите на них, сколько вас тут. Бум. Ой, пацаны, извините, вы подпали под горячую руку. А я монетку подбросил, но не успел ее стрельнуть. Вот, это пойдет. Воу, прикольно. Кстати, убила кого-то. А, то Серега нас убивает опять. Да что ж такое? Ребята, а теперь я не буду шутить с вами. Идите сюда. Есть. Я вышел на охоту. Ни один аниматроник не останется живой. Ребята, напишите в комментариях, какое оружие мне использовать. Если вам нравится, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на классный канал Димас ТВ. На! Вы что можете охранников? На! Вот он! Скраб-бэйби! И села на мой труп. Смотреть, как я валяюсь. Молодец. Помолись. Не, пацаны, так долго не должен продолжаться. Надо как-то решать этот вопрос. Ой, блин, бомба себе по башке дал. Вот дурачок. Воу! А вот это мне нравится. Это я бомбу, да, поставил? Все умерли, нет?
Это не напал. Это не напалмовая бомба была? Была. Прощайте, я побежал. Ух ты. А, летите, пацаны. Подальше. Ух. Да что меня убивают за одну секунду? Да, вот эта бомба вообще сильная. Мне так нравится она. Вообще уничтожили всю карту. Хорошо, давайте что-нибудь поярче жахнем. У нас еще есть бомба. Царь. А вот эта бомба, не? Не пойдет? Хорошо, я лечу на улицу. Царь-бомба, это же получается у нас ядерная, да? Да не, лучше другую ядерку взорву, смотри. Давай. Убейте себя сами, облегчите нам жизнь. Как-то так, да? И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!